на самом деле. Выступая на экономическом форуме во Львове, Петр Порошенко обмолвился, что Ивано-Франковская область – это не Галичина. Украинский лидер заявил, что вместе с ним прибыл и министр энергетики. И вот при этом он посетовал, что тот, к сожалению, не галичанин, не местный, мол, так как родом он из Ивано-Франковской области. И сразу после этого из зала раздались шумные выкрики, что Ивано-Франковская область и Галичина – это одно и то же. Ну и слава богу. Вот такими словами попробовал отшутиться украинский президент и поспешил продолжить выступление. Він, на жаль, не галичанин, але поруч. Чи галичанин? Галичанин? Куди не подивися там.